Приветик, братики, сестрички, новый ролик по Clash Royale. У меня уже 5500 кубков, осталось 100 трофеев и новая лига. Задрочу, играю, пацаны, уже посложнее, на самом деле, я уже тут уже бомбил до видоса. Короче, сейчас осталось 100 кубков, я уже взял мета-колоду, вот она выглядит так. И, кстати, по поводу мета-колод, ставьте, кстати, лайк прямо сейчас. И когда набираем 10 тысяч лайков на ролике по Clash Royale, сразу выходит новый выпуск, вы помните, да? Ставьте лайки. По поводу мета-колод, в скором времени, возможно, будут какие-то ролики. Фурия хочет влиться на стримы, в ролики, да и просто какие-то идеи для роликов подкинуть. Он апал топ-1 мира и, блин, я не успел записать, он слился. Короче, ну, Фурия хочет вернуться. Ставь лайк, если ждешь Фурию. И что, 500-600, ребят, но до конца сезона, ну, короче, в понедельник конец сезона, да, последние выходные. Смогу ли я взять 6к? Без понятия. Тяжело, пипец. Реально тяжело. Ну, давайте попробуем. Короче, 4-3 эликсира моя колода. Голем с молнией. Есть несколько големов мета-колод. Но я выбрал именно этого. Ну, они все похожи. Просто там у одного голема молния, у другого электродракон. Ну, сейчас попробуем. Так. Давайте на эту же сторону ставить голема. Хижина гоблинов за вышкой. Не знаю... Кстати, очень много странных колод появилось, и сложно играть против них, не понимаю. И очень часто начал встречать шарик с дровосеком, тоже очень такая реально встречаемая колода. Так, автстак в целом, арбалеты, хоги, мортиры, они остались такими же, как и были. Так, давайте попробуем стянуть всех, да? Попробуем всех стянуть. Вот так вот в кучку, чтобы голем взорвался. И мы убили мага. А второй маг полетел. Блин, это спамер через зеркало играет. Ну, хорошо, что мы урон... Давай, давай, сноси, родной, сноси. Давай, любимый. Последний. Последняя тычка. Так. Черт возьми. Без понятия. Так, стоп, 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 стоп. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, пацаны, тихо. Ну, пожалуйста, тихо. Ну, тут убить, 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 убить. Он же не дошел? Две клеточки взорвется, зараза. А нет! На третьей был, на третьей клеточке. Ну, замечательно. Спамер через гиг скелета. Хорошо. Мы оставили 86 хп. Кстати, это мне надо, получается, 3 победных катки. 3 победных катки. Фух, ну дальше будет сложно. Я не знаю, до 6к, 400 кубков как буду поднимать. Ну, буду стараться, друзья. Я поставил себе за цель поднять 6000. Буду стараться. Ну, а там получится у меня или нет, тут уже такое дело. За цель-то поставить можно. Я вспоминаю ролик с Brawl Stars, когда я Мортисом сказал, я буду брать 11000 с Мортисом. И ни хрена у меня не получалось. И вот хоть убей, я хочу, но не получается. Ну, вот, ну, не получается и все. Ну, что ты будешь делать? Кстати, сейчас хорошо зайдет, очень хорошо зайдет молния. Так, 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 все отлично. Сейчас будем убивать дровосека. Ой, этого гиг-скелета. Я предлагаю всех подтянуть. Всех подтянуть. Мини-пеку убить, найс. И мы, походу, сейчас сломаем ему вторую вышку. Да, ломаем вторую вышку. Пока изи, ну это изи была катка. Очень даже. 36 секунд. Давайте поставим сюда вот середины голема и пойдем сейчас на 3 короны. Все, это катка победная. Отлично. Какие еще колоды встречал интересные? Играл против Хога с варварами, печкой, инферно, кургигантом. Блин, ужас, просто ужас. Тяжело. Реально тяжело. Все, победа. Да, конечно, на 400, когда я начинал только, вернулся в рояль, когда я только начинал подниматься, блин, это было изи-пизи, а вот дальше уже поинтересней. Итак, осталось 60, друзья, трофеев. Давайте откроем магический сундук. Думал, Лего, серьезно. Так, ну что, едем сразу в следующий бой. ТВ-рояль я полистал, ничего там такого не нашел больше подходящего мне, лично мне. Поэтому эта колода на данный момент пока что вот, к которой я привыкаю. Но есть еще аналог там с бандиткой, можно будет ее попробовать. Ну, в общем, ставьте лайк, если вы хотите больше роликов и больше колод. И, кстати, напишите в комментариях, вы в рояль еще играете, сколько у вас кубков? Какие колоды сейчас у вас, например? Так, как их, стражи, да? Стражи. Им еще играют, я помню, их тогда пофиксили. Оба, на... Окей, тогда дефаться будем.
Ого, блин. Ого, 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 урон. Тихо. Ого, нифига себе. А они нихерово так валят. Капец, блин. Ну, через зеркало это ж дохерище. Я не буду стягивать с торнадо. Блин, печалька, друзья. Много урона получил и мало нанес. Так, ладно, ставим ведьму за вышкой. Голема посередине. Голема посередине. Вот здесь вот так вот голем пошел. Есть вторая атака. Мини-пек он еще там слил. Так, маг, маг, маг. Ну, надо мага уничтожать, что. Давайте подтягиваем мага. Ух ты ж, блин! Стражи опасные вообще стали, блин. Хотя они и были такие обычные, да? Точнее, не обычные. Они всегда были какие-то... Ну, после фикса они реально потеряли актуальность. Ну, блин, ну вот я сейчас играю против них. Офигеть, тяжело. Ну, тут еще, конечно, ярочок. Так, хотя бы продамажил немножко вышку. Пока все равно проигрываю. Причем чувствую такое... хороший прессинг с его стороны. Давайте сейчас завязаем молнию. Естественно, я вышку отдаю. И взамен забираю его вышку. Найс, хорошо. Ой-ой-ой, простой по эликсиру. Плохо, нельзя так делать. Так, ставим голема. Сейчас пойдут стражи, смажи. Так, тут у нас дракончик. И готовим молнию. Все, сейчас должно зайти все. Сейчас должно все получиться. Сейчас должно получиться все. Да давай уже используйся, молния. Тихо-т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 ихо. Ай-яй-яй. Ну, короче, смотрите, он мою вышку забирает, а я его. Хотя стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Еще не забирает мою он вышку. Дефаемся. Смотрите, да, вот странные колоды, очень странные. Кстати, он мог зафризить сейчас, и, может быть, даже он бы затащил. Странная колода, очень. Когда я играл, таких не было. И вроде всегда, когда я играл против странных колод, было изи. Сейчас мне очень сложно против странных колод. Потому что я не знаю, что ожидать. И осталось нам, ребятки, 32 кубка. И новая лига. Новая лига, лига, лига. Поехали в бой. С карточки, наверное, 32 кубка вряд ли дадут с одной. Хотя, нет, вот за эти кубки не дадут. Придется еще две катки играть. Ух. Бодрячком. Слушайте, ну это первый сезон после возвращения, и в принципе уже неплохо так. Ну, не знаю. Надо на 6000, я думаю, 6000 было бы классно поднять. Хотя я апл 600 почти. Но сейчас новая лига появилась на 6к, это интересно. Так, Йосипи. Слил он бревно, но мне пока сливать карты без смысла, потому что гарема следующего нету. Это, скорее всего, что-то с хогом, да, наверное? Ух ты, прикольно, кстати, звездный уровень у палача. Пол лица золотое, пол лица такое. Давайте дровосек. Чтобы точно убить. Да, это хог. И на самом деле, блин, тяжело будет. Я помню против этой колоды, постоянно мне было тяжело. Там еще молния. Давайте сейчас накинем. А может и poison, хрен знает. Блять. Тяжело будет. Я даже не знаю, невозможно будет, как по мне. Сука, ну это палач торнадо, позен. Все, он всю мою комбу дефает. Если бы я играл с принцами, тогда бы еще может быть что-нибудь. Хотя тоже было тяжело. Эта колода с палачом и хогом, она меня очень контрит. Прям очень. Но хотя бы у меня молния. Буду стараться через молнию играть. Может, я ошибаюсь, может, и не контрит. Сейчас будем разбирать. А, бля, пека. Ну, тут вообще жопа, пацаны. На голема пеку, на всю мою комбу палач с торнадо, и там еще ядом накрываешь, и вообще не паришься. Естественно, мой соперник, наверное, знает, что у меня молния, хотя все равно выбросил так, что я могу молнией ударить и там, и сям. Хорошо, хорошо, блин, убить бы палача было бы гораздо проще потом. Сука, а! Все, убили, 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 отлично. Блин, офигеть, нафига ему еще этот... как его? Рыцарь, блин. И пека, и рыцарь. Убить, пеку, убить, убить, отлично. Блять, урон, жесть. Так, 40 секунд, ну что, поехали. По этой же стороне дамажим, атачим. Так, ну сейчас бы молнией, наверное, да, надо ударить. Бам-бам-бам. О, как он вовремя пеку поставил, фак.
Как же это было секси. Так, хорошо. Так. И хогу не даем, не даем, не даем, не даем. Хогу не даем. Хогу не даем, я сказал. Все равно там наделал, да, урона. А, так, подкидываем дракончика. Слушайте, ну пока я выигрываю, хотя не так уж и сильно выигрываю. А, всего лишь на 300 хп, но смотрите, какая атака идет. И сейчас мы, короче, сделаем вот так вот. Пам-пам. И давай, давай, дровосек. Давай, давай, родной, давай. Хорошо, 800 хп осталось. Будешь накидывать хога? Или будешь ждать моего голема? Да, накидывает хога. Оттягиваем хога. Poison. Хорошо, все. Ставим сейчас голема. Ставим голема. Пока лидирую, но идем все равно наравне. Небольшой отрыв. Так, хорошо. Так он как сейчас потратил poison. Буду накидывать армию. Но он прокрутится в любом случае. Ну, смотрите, мне еще две молнии, по сути, да? Две молнии. Ждем палача. Ну, в этот раз он... Ну, все равно молния достает, блин. Обожаю такой радиус у молнии. Отлично. Закидываем этот... варварскую бочку. Закидываем еще дровосека туда. Так. Ой-о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 й. И мы побеждаем. Давай-давай-давай-давай. Победа. Слушайте, я думал, будет сложнее. Может, за счет того, что у меня молния. Если бы не было молнии, было бы пипец как сложно. Не, наверное, с двумя принципами я бы точно проиграл. Ровно 5600, друзья мои. Ровно 5600. Капут просто, капут. Зашибись, зашибись. Все. Блин, только вот это ускорение вообще, оно мешает мне. Ровно 5600. Мне ровно 32 дали, что ли? Обалдеть. Фух. А раньше это было 5500. Ну, на видосик вроде было все изи. Очень легко. Ну что, друзья, до... когда конец сезона, после конца сезона... Ёпта. Короче, когда закончится сезон, сколько мне кубков скинут? Напишите, пожалуйста, в комментариях, до скольки кубка у меня скинут. Хотя тут же должно написано, да? До скольки сбрасывает. Где-то, я помню, была. На... Сброс сезона до 4400, сука, много. Жалко, потом опять по новой все. Ну, не знаю, я попытаюсь, ребят. Вот сколько смогу в этом сезоне, сколько смогу. Но это первый сезон. Во втором, возможно, быстрее апну. Плюс я не каждый день играл, а буду играть чаще. Ставьте лайки, и мы дойдем вместе с вами до чемпиона. Подписывайтесь на канал и ждите, сегодня будут ролики. И на стримы приходите, ссылка на стримы в описании. До новых встреч, друзья, пока.